Только давайте вспомним о теме работы. Я как-то и совершенно недавно объяснил, что автостоп, по сути, в России, и это самая древняя передача о автомобилях. Я, к сожалению, раньше и не понял принципов интернета, то сюжетов было бы не 2000, а 4000. Я бы сразу определился со звуком. Потому как, понимаете, проблемки есть у нашего видеохостинга. Теперь вопрос другой. Силя Б в Магнитогорск приехала. Причем Силя Б косячит. Вообще-то, когда мы говорим о сотрудничестве, то мы говорим о годе работы. Так оно и было. Да так оно и закончилось. Теперь только вопросы предоплаты гарантированы договором. Нет предоплаты, будет суд, в котором сумма договора будет прописана. А то суки хотят, чтобы мы им верили, они нас швыряли. Не получится теперь уже. Будете действовать по правилам, созданным мной, либо просто можете идти нахрен отсюда. Вот такая какая и была с Омегой. Приперлись и пункт номер один. Начали мне втирать. Но по сути можно втирать человеку, ездящему на Линкольне, билиберду всякую, но смысл какой? Да никогда джип-компас рядом с таун-каром стоять не будет. Да и с 600-м Мерсом. Теперь про клиренс. Уж поверьте, у таун-кара такая же хрень благодаря подушкам. Кроме всего, у таун-кара еще больше общения с тем, что внутри. Блин, ну бараны полные. Если бы я знал Ихи Кидалова, не подписался бы точно. Ну да ладно, Кидалова Ихи, а репортаж мой. И автомобиль, соответственно, распределяет крутящий момент в отпуск своей же необходимости. Вам не надо заморачиваться, хотите кататься, быстро катайтесь, да на здоровье. Так, наш любимый тест. Любимый тест на разворачиваемость. Опять же, от Крайслера. А именно ему принадлежит как Dodge, так Крайслер, так и Jeep. Так вот, буквально на пятачке. Ой, а можно еще газа дать, и вы уходите в такой легкий дрифт. Приятно? Вопросов нет. Так, давайте теперь прогуляемся по тому, как машина оборудована. Ну, 8 подушек безопасности. А еще вот это. Потрясающая американская шумоизоляция. Вес капота, вот я его сейчас вот попытаюсь приподнять, но посмотрите внимательно, как вот меня скрючило. А почему? А потому что, опять же, качество и прочность – это залог надежности. Под днищем защита из двухслойного материала, посередине резина, камешки бьются, вы их не слышите. Посмотрите, как запаска упакована. Вот эта толщина, да, нравится? Тоже шумоизоляция. Закрыли окна, вы вообще никого не слушаете, наслаждаетесь Boston Acoustics музыкой, между прочим, от которой даже зеркало вибрирует. Что мне еще понравилось? Ну, настоящий мужской автомобиль с настоящими мужскими амбициями. А теперь получаете ли вы удовольствие? Да, приехали в Омегу, что на домичков 3. А теперь интересная цена такая. 890 тысяч рублей. И если вы в конце концов выросли и поняли, что 3,5 тысячи долларов это как раз то, что надо для того, чтобы ежемесячно жить более-менее нормально, вы можете потратить ну, небольшую сумму. Автомобили кредитоспособные, новая кредитная линия от Daimler Chrysler. И в итоге 12 тысяч в месяц, ну 12 с небольшим, и минимальная ставка 11%, и катайтесь на здоровье, получайте удовольствие. А можем ли мы прокатиться? А вот мы сейчас покажем вам, как Jeep Compass ездит в условиях настоящего, собственно говоря, бездорожья, типа фермерского бездорожья. И маленький совет от автостопа. Когда вы берете компас и подразумеваете, что вы держите в руках Jeep Compass, он вам верно укажет направление движения. Это южные районы города Магнитогорска, домичков 3. И вот если ваш компас повернулся в нужном направлении, я еще вот такую мелочевку добавлю, что если вы решили поэкспериментировать и полазить там, куда Макар Терят не гонял, и у вас внезапно вывесилось одно из колес, то есть, ну, казалось бы, дифференциал должен работать, и все, висите, ку-ку-ку-ку. Да ничего подобного. Тормоза подтормаживаются, и все. И то колесо, которое, казалось бы, должно прокручиваться, оно не дает это делать. И машина едет вперед из песни. А еще, если вы хотите погонять, ну, давайте так сделаем, а типтроником. О-ло-ло-ло-ло-ло. И вот так эта машина пролетает мимо камеры. Красиво? Бесспорно.